Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй. Сегодня мы поиграем в новиночку, которая называется Full Metal Furies. Ну что же, давайте начнем. Эта игра может быть как и одиночное прохождение, так же и в корпоративе. Так, название. Естественно, мы будем себя называть Рэем, как и полагается. Так, Е. Теперь мне нужен Y. Где у нас Y? Так, W это не то. Это, по-моему, V. Ага, вот, Y. Все, отлично, ребяточки. Ага, выберите сложность. Так, снайпер, танк. Давайте возьмем, наверное, мы с вами танка. У него все-таки поменьше сложность. Или нажмите А, чтобы начать одиночную игру. Нажимаем кнопочку А. И что тут у нас? Выберите членов отряда. Давайте возьмем себе еще бойца. Я надеюсь, не прогадал. Царь пал, Прометей мертв. Это у нас вступительный ролик начался. После его гибели титаны, боги нашего мира, начали борьбу за власть. Столетняя война повергла мир в руины. Оставшиеся титаны собирают новые силы. Наступила короткая передышка. Новая война неизбежна, и второй ее волны мир может не пережить. Вот так, ребята. Мы должны остановить титанов, пока это не случилось. Оу. И поэтому мы должны оставить тебя здесь, Кэт. Идти дальше тебе слишком опасно. По всей видимости, мы прощаемся здесь с каким-то котиком. Видимо, наш бывший питомец. Вау, береги себя, Go Cat. И выкинули его, хитрень фени. Итак, дамы, настал великий день. Фурии вступают в войну. Вот так вот, ребята. Чем выше твое базовое здоровье, тем я не успел прочитать. Минетти, новобранцы, не отстаем. До дома еще несколько дней пути, так что шевелите помидорами. Я серьезно, кто будет плохо шевелить помидорами, получит по орехам. Неплохо такое начало, да? Оу! Трис, кажется, разведданные верные. Минетти возвращается с новобранцами. Да уж, хорошо, что это правда. Подсказка доносителя нам в целый сундук добычи обошлась, говорит Эрин. И она этого стоила. Если сможем поймать Минетия, сейчас можем остановить его, прежде чем он доберется до главного лагеря. Мэг, проснись, ты на позиции. Пум-пум, говорит Мэг. Эрин, не греми, ты тоже на позиции? Бу. Алекс, ты тоже на позиции? Мы все на позиции, ясно? Я не знаю, как это еще назвать. О да, я снова на позиции, говорит Алекс. Ну что же, по царской дороге. Это что такое было, я не пойму. Ребята, играй на джойстике. Так, оу, неплохо. А где обучение? Будет хоть что-нибудь, а? Или как? Я должен сам разбираться здесь. Слушайте, ну, графика мне нравится. Так, нажми X, чтобы провести основную атаку. Нажми RT, чтобы сменить героев в режиме одиночной игры. Да? Хорошо, ладушки. Некоторые приемы можно направить в цель, удерживая кнопку, а некоторые классы могут перезаряжать свое оружие с помощью RB. Попробуй разобраться, что как работает. X-атака. Да ладно. Ремонт какой-то. Пугало, ты куда побежал, а? Так, ребят, слушайте, тут, по-моему... Так, ну от РТ, да, переключаем персонажа. Но на X, извините меня... Если это обычный удар, то я испанский летчик. Это какая-то комба. В общем, ребят, такое ощущение, что здесь, наверное, нужен передел всех кнопок на джойстике. Немножко не то все делается. Вот у нас обычный удар где. Контр-мимо, это что такое было? Контр-мимо. У той ремонт, у этого контр-мимо. Ну ладно, будем потихонечку с вами разбираться. Так, ладно, с этими олухами вроде бы все ясно. Что у нас тут? Сугробы, не пройти. Пробиваем, значит. И получаем монетки. Я больше чем уверен, что монетки нам с вами пригодятся. Так, эти коробочки у нас не разбиваются, ящики.
Ладно, двигаемся. Так, что такое? Нажми U, чтобы выполнить дополнительный прием. Ага, вот, значит. Но. Так он у меня в блок, по-моему, встает на U. Да. Да, ребята, U кнопка здесь не работает почему-то. Все здесь совсем по-другому, по крайней мере, у меня. Ладно, я думаю, что я и так разберусь. Будем, как говорится, методом проб и ошибок с вами добиваться всего. Поехали. Так, что опять? Нажми А для использования умения уклонения. Все умения нужно заряжать после использования. Уклон какой-то. Если героиня в воздухе или перекатывается, то у нее иммунитет от любого урона. Вот даже как. Умение уклонения. Вот это что ли есть умение уклонения? Это же какой-то обычный прыжок. Так, слушай, это что за... Что за олухи такие? О, ребят, вот это я понимаю удар, да? Вертушка. Такая довольно... Опа! Мимо. Да иди сюда, дрон мелкий, а! Да, достал же, серьезно. Так, дайте-ка я, наверное, аптечку-то подниму. Пригодится. Что-то у меня так мало хп, всего 89 единичек. О, сундучок здесь с монетками. Ладно, давайте-ка спустимся пониже. Что тут будет у нас? Важно! Большинство дополнительных приемов и умений могут прерывать ход всех других приемов, в том числе основные атаки. Помнить об этом очень важно, чтобы избегать атак противника и контратаковать. Ясно. Важно! Большинство дополнительных приемов... Да это мы уже читали, елки-палки. Хорош мне впаривать одно и то же. Значит, они могут... Так, умение силы, Б. Ну вот, вот это правильно, ребята. Это я поверю, что это умение силы. Вертушка. Так, а с кем мы тут вообще воюем? Я не пойму, это кто такие? Воины или, или что это? С мечами или с лужьями? Ладно, это не суть. Ребята, у нас каждый скилл имеет время перезарядки. Некоторые враги обладают барьерами, которые блокируют весь урон. А разбить барьеры могут только игроки таких же цветов. Нажмите РТ для смены класса в режиме одиночной игры. Танк синие барьеры, так, боец красные барьеры, инженер зеленые барьеры и снайпер оранжевые барьеры. Все предельно ясно. Так, смена героев. Ну, здесь мы не будем менять, потому что он нам как раз подходит по цвету. Вот так вот, отдыхай, малыш. Так, а вот здесь уже, по-моему, надо поменять, ребятушки, да-да-да. Где мой там почему-то танк, а выглядит он магом, смотрите. Ну да, щит. А может быть, у меня боевой маг, в конце концов. Все, здесь мы победили. Забираем свои крохи и идем сюда дальше. А тут нас никто не ждет почему-то. Дайте мне этот рюкзак забрать. Так, сброс ремонта. Это вообще не понимаю, о чем тут речь пока идет. Му, за нами следят. Предупредите владыку Минетия. Мы остановим нарушителей, дальше они не пройдут. Приготовиться к кроворушительному фиаско. Хая, говорит Минитавр. Ладно. А некоторые враги обладают способностью к возврату при низком уровне здоровья, которое дает им усиление и новые приемы. Враги с белыми щитами не получают урон и не могут быть оглушены. У тебя тоже есть способность к возврату. Если уровень твоего здоровья упал и мигает красным, играй осторожно, избегая урона, чтобы постепенно пополнить немного здоровья. Внимание! Так-так-так, чувствую, сейчас кто-то выйдет. Босс какой-нибудь, да? Арьергард. Это кто такой-то? Кто ты такой? Да ты вата. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Блокирует, блокирует, ребята, меня. Ага, в белом щиту он неуязвим. Ух ты, смотри, что делает. Детский лепет, ребята, детский лепет был. Так, дрон, дрон, красный, синий. Надо уничтожить вначале красный, потому что он не подходит. А теперь синий. Не сюда, оу, тихо. Блин, да что ж такое-то. Хе-хе, выкусили, ребятушки. Арьергард. Да-да-да-да-да, конечно, конечно. Ты такой думаешь, сейчас я его победю и все. Дудочки, сыграй на скрипочке, малыш. Все, я тебе сейчас... Да что ж ты будешь делать? Ты посмотри. Че этот дрон мелкий там мешается. Ну, готов. Так, иди сюда, мелкая клоповница. Так, а это что такое за подшнырик? Ага, у меня, ребята, очень мало хп, 29 всего. Все, до 40 я подбавил себе. Будем надеяться, что этого мне хватит.
Ну, я думаю, что вполне, ребят, вполне. Блин, да что ж такое, это опять мало хп, ребята. Ой-ой-ой-ой. Давай вот, о, шикандос, ребятушки. Завалили маленького этого дроида. Хорошая попытка, болваны. Вот только кусочек для вас великовато, в горле застрянет. При чем тут кусочек? Болван, действительно болван. Оу, что это? Что это такое? Не понял. Да ладно, мне сундучок подогнали. Сейчас я его открою, ребята. А ну-ка, что здесь интересного? Ох, ё-моё, мани... Золотое руно. Тяжелое и безвкусное. Трис нравится. Одобрено для фурии. Зайдите в лагерь, чтобы открыть. Так, ладно, вроде бы пока ничего. О, это что, золотое руно? Какая дешевка. А мне нравится. Получено золотое руно. Вернитесь в лагерь и активируйте его, чтобы получить нечто особенное. И, ребята, первая обучающая миссия у нас пройдена. Задание закрыто, закрыто. У инженера Эрин есть уры... Эх, не успел прочитать. О, это наш лагерь, да? Похоже, вам, девочки, здорово надавали по заднице, купчиха говорит. Да уж, сражаться с титанами сложнее, чем кажется. Думаешь, у тебя получится лучше? Может и да, а может и нет. Точно нет. Зато я могу научить тебя драться с ними лучше. За небольшую плату. Купчиха любит деньги. Да и денег и в обмен она сделает твоих героинь сильней. Че, серьезно что ли? Новый. Ну-ка, что здесь такое? Что это за полка? Ну, РТ. Трофеи. Редкие предметы, которые можно обнаружить по ходу игры. У каждого трофея есть уникальные свойства, которые влияют на всех участников отряда. Хо-хоу. Так, ребята, золотое руно. Активирую трофеи, чтобы прокачать всех в лагере. Ага, вызывает страницу снаряжения. Так. И что оно мне дает? Не знаю, ребят, не знаю. Купчиха. Рост ЗД. Крепкие танки избавляет от подлянки. Растет максимальное ЗД. Конечно же, я буду брать, ребята. Так, у меня еще 500 голды. Никто не ожидает удара щитом. Трис решает кроссфорды. Увеличивает тех рост урон от А и Б. Прочность щита. Оу, ребята, тут замудрили, замудрили. Но опять же будем с вами ЗД качать. Нам нужно хпшки. У меня 100 хп всего, этого очень мало. Так, ну а что у этого? Так, мы ему тоже подняли. И давайте, наверное, рассказывает о боли. Да, почему бы и нет. Новый уровень. Так. Ух, а дальше-то какие суммы пошли, ё-моё. Да у нас и денег нету, у нас всего 20 голды. Так, давайте-ка дальше пройдем. Пытаться спасти мир при помощи молота — невероятно скверная стратегия. Знал я одного парня, который звал себя стратегом. Такой весь из себя всезнайка. А мою атаку зерга все равно отбить не смог. Это твой магазин снаряжения. Все снаряжение, которое ты найдешь в пути, будет храниться здесь. От снаряжения зависят твои ключевые умения. Каждая героиня может брать с собой не больше 4 единиц снаряжения. Ох, ё... А, ребята, у меня ничего пока и нету. Это у меня по стандарту все стоит. Да-да-да. А вот это что такое? Ударник Шарура. Вложи всю силу в атаку, может это слишком. Создать снаряжение по чертежу и узнай его мощь. 125 голды нужно было, ребята, я все профукал. И здесь, смотрите-ка. Щит, укрывающий от печали. Чертеж, ну, нам не хватает денег. Оу, тут можно сменить себе отряд в любой, я так понимаю, момент. Изменить отряд? Нет, наверное, мы с вами не будем ничего менять. Пока так, а рация не функционирует, да? Ну, давай, о, вот и карта, ребята. Слушайте, мне кажется, что база наша будет расти. Почему-то мне вот впечатление такое. Вслед за титаном Менетием. Нифига тут, ребята, карта. Ну что ж, давайте я тогда на этом буду завершать свой коротенький обзорчик. Если вам понравился, то лайк, и мы продолжим играть в эту игру. А на этом все. Всем пока, ребята. И до скорых новых видосиков. Удачи вам.